мысли нахожусь в зоне боевых действий. Работаем 24/7, по возможности стараемся отдохнуть и набраться сил, ведь не знаем, когда вновь начнет поступление. Мы находимся максимально близко от линии соприкосновения с противником. Спасать приходилось различный контингент, как и наших солдат, так и мирных жителей, и даже пленных ВСУшников. О награде я узнала на утреннем построении, когда командир вызвал к себе и наградил данной наградой. Когда я услышала свою фамилию, я была очень удивлена, и когда уже начали все меня поздравлять, моей радости не было предела.